обсуждаю. Ну ладно, а теперь я хочу обнять Йоши. Йоши, иди сюда. Не надо меня обнимать, это лишнее. Как это не надо? А я, кстати, не знаю, Лана знает. О, какой кошмар! Комнаты! Ребят, это что, помехи в телеке? Возможно. Нет, это я. Привет. Привет, телек. Помеха. Звук помехи в телеке. Здравствуйте, лучше так сказать. Здравствуйте, здравствуйте. Очень-очень приятно. Ребята, а вас ничего не пугает, кроме телека? Вот меня пугает. Не, меня смущает. Меня смущает то, что... Ёлка плохо выглядит, ребят. Да, я это и хотел сказать. Все верно. Ужасно, просто какие-то белые огоньки. Она даже не мигает. Игрушек мало. Не, игрушек нормально, но белые огоньки, да. Ты сама ёлка как будто из Майнкрафта. Она просто квадратами какими-то кубами собрана. Она квадратная. Понятно. То есть вот этот вот медвежонок с красными горячими глазами, ну, кстати, похоже на гирлянду, вас не пугает, да? Господи! Кажется, он тут не просто так. Посмотрите, там есть маленький такой же. Он такой, не-не-не, это не я, это не я. Мотает такой головой, ребят. Так забавно. Слушайте, по-моему, он хочет нам напакостить, если я не ошибаюсь. Он же говорит нет. А, все, Ева сказала, что он говорит нет, он реально машет головой. Эй, чел, ты хочешь нам навредить? И он такой, типа, не. Медведь, ты хочешь с нами дружить? Не. Вот это не, мне так не нравится. Медведь, ты будешь хорошо к нам относиться? Не. Медведь, ты точно нам не навредишь? Не. Ну. Вот не знаю теперь. Слушайте, а я что-то подумала про телек, и я поняла, что телек и Ева это телевик. Словарь Евы продолжается, кажется. Точно. Так, ну давайте, наверное, начинать. Интересно, кто из нас будет вообще этим Мишкой. Кстати, о, прикольные силуэты, да? Может, никто, не надо. Давай, Ева, ты последняя зашла, все, тебе и водить. Боюсь. Подождите, у нас там было, кажется, два мода, нет? Что-то как-то я пропустила. Да, мы не выбрали. О, мы должны выбрать, будет игрок или... Как это? Вот это вот давайте что? Давайте игрок, ладно. Ай... А что такое АИ? Это... Это искусственный интеллект. Как страшно. Ой, тут такой снег на улице интересный. Какой ребенок, господи, он так рыдает, такие просто слезы горючие. Да, мама его хочет оставить и уйти на улицу, да. Как безответственно. А я же говорила, этот медведь. Какой кошмар. О, а мы все детки. Причем такие с прикольными костюмчиками. Привет. Приветик. Так, а как заходить в дверь и как заходить? Минутку. Ой, что я засмотрелась, так ладно. А покажите костюмчики. Я возмущена, ребята. Смотрите, вот тут вот почему, главное, я вот такой маленький ребенок. Я не могу пролезть. Ой, я ну-ка брось эти разговорчики. Отставить разговорчики. Мне просто не нравится. Да что ж такое, я не туда нажимаю постоянно. Ой. Ева поползла. А как двери закрыть? Или они не закрываются? Он идет! Убегаем! Куда? Так, на контрол. Это я иду! Вы что, не хотите со мной дружить? Нет. Мне страшно, если честно. Ага, понятно. О, какой милый рисунок. Слушайте, а что вы кигуруби переодели? Мы что, теперь в голубых все ходим, что ли? Да. Ну да, они симпатичные, кроличьи такие. Ага. А где ключи? Лана, ты куда их засунула? Лана, осуждаю. Ребят, а мне говорят, что мне нужно уйти, я это чувствую себя сонной. А вот Йоши нашел ключ, а я нашла Йоши. А вот и нет, а вот и до свидания. А Ульяна, ты где? Я вот залажу в дом, какая-то игровая комната. Так, подождите, Ульяна, не трогай, мне нужно найти Ульяну, потому что это надо показать всем. Так, давай. О, я вижу. Ульяна, это ты? Смотри. Это я. Просто ребенок, который чинит машины. Какой самостоятельный молодой человек. О, смотрите, а я это... Не знаю, кто с ключами обычно ходит? Ключник. Ключник, хорошо, значит я ключник. Кстати, вот здесь, по-моему, да, смотрите, хоп, открылась. Ой, классно, слушайте, мне кажется... Ой, а можно я попробую обнять Еву? Нет, у меня ключ! Не-не-не-не-не-не. Я обняла Еву! Я обняла! Нет, я хотела ее обнять, я не специально. Лана, осуждаю. Что, Лана, а теперь я хочу обнять Йоши. Йоши, иди сюда. Не надо меня обнимать, это лишнее. Как это не надо обнимать? Надо обнять, мне кажется, очень надо. Куда уполз, а? А вот, а я самостоятельный молодой младенец.
очень молодой, хочу сказать. Да. Максимально молодой, максимально младенец. Да. Ульяна, можно тебя обнять? Не надо. Я думала, ты хочешь сказать укусить, но нет, кусать тоже не надо. И обнимать я, пожалуй, воздержусь. А мне вообще сказали, что я должна всем подарить обнимашки. Никаких укусиков. Боже мой. Какой кошмар, Ульяна, ты что наделала? Ты машину сломала? Ты тут... Ты гараж взорвал. Я аварию только что учинила. Обалдеть, но зато ключ достала сильно. Да, спасибо. Ой, слушайте, а прикольно, кстати, игра выглядит. Не знаю, очень много мест, где можно сбежать от медведя этого злобного. Злобной Ланы, я бы сказал. Единственное, что мне не нравится, недостаток этой игры, вот эти вот бездверные комнаты. Я не думала, что ты не достанешь меня. Йоши, иди обниматься. Ну иди обниматься. Нет, отстань, не трогай меня. Мне вон банка меда осталась. Ладно, это мед? Это да. Мед. Йоши, нет, стой, пожди, не трогай. Пока, все пока, тебе пока. Никаких приветов, тебе пока, ясно? Вот так вот. Мне интересно было посмотреть, а когда я Еву уже прикончила, надо было, чтобы по-честному добить всех. Ага, уже неинтересно стало, да. Ага, конечно. Давайте теперь еще разок, и можете даже меня поймать. А ты сейчас опять им будешь. О, ребят, тут два Йоши. Два Йоши? Это как? Два Йоши. Ну вот. А, это как в Беконе вечно было, да? Ну, походу, просто тут Йоши, и я, Ульяна, Лана. О, интересно. У меня такого не было. Берегитесь. О, понимаю. Понятно. Ева, давай сегодня без обнимашек, а? У нас там все-таки вирус, нельзя приближаться и все такое. Да-да-да. Я же медведь, что мне-то это? Ну, медведи, может, тоже болеют, ты не знаешь. Я плюшевый медведь, что я вообще должна болеть в смысле? Она идет! Лана, у тебя тоже такой страшный экран был красный? Ничего не видно, по сути, да, кошмар. Да, это очень жутко. Согласна. Так, а дверь я могу открыть? Откройте мне дверь. Синюю, пожалуйста. О, я собрала подарочек. Ого, я нашла какой-то секретный подарок. Ульяна, у тебя вот здесь нет подарка? У меня... не. А, слушайте, а я забыла, мы же сейчас... Лана у нас ребеночек. У меня тоже нет. А у меня там было, он светился. Ой-ой-ой-ой. О, слушайте, а прикольно создатели обезопасили, так сказать, этого медведя, потому что если ты долго находишься вот в этом проходе, типа, ну, игрушечном, короче, между улицей и комнатой, то ты, типа, засыпаешь, и что будет? Ничего хорошего, видимо, не будет. Ну, не знаю. Ну, давайте попробуем, что ли, а ну-ка, давай, Ульян, снимай. Нет, Ева, не тронь меня, Ульян, выходи на улицу. Подожди, я сейчас аварию учиню, все. А, давай. Ульяна очень любит делать аварии, смотрю. Это просто единственное, что я вспомнила и поняла, как делать. Тут песочница есть, никто не хочет поиграть. Спасибо. А у нас лопатки нет, к сожалению. Так, подожди, Ева, не тронь пока нас, пожалуйста, Ева, ну пожалуйста. Так, давайте. Тут такая комната классная. Так, Ульян, иди-ка за мной. До свидания. Так, идем. Меня закрыли. Так, смотри, следи за мной. Никуда не уходи, не двигайся, стой. Нет, отойди отсюда. Ухожу. Вот, смотри на меня, смотри, смотришь? Да. Я смотрю. Ой, а ты куда уйдешь? Ребят, это работает круто. Короче, меня выкинуло в самое начало карты. А ну-ка, я тоже хочу. А что ты сделал? Так. Ульян, залазь. Я просто не двигался в этой зоне, типа, она запретная. Ого. Ульян, залазь давай, тоже телепортируйся. Это прикольно, мне нравится. Так, сейчас. А это работает только для одного человека или когда все там втроем? Для всех. Ах, вы хитрые. Для всех, конечно, просто нельзя там сидеть долго. А я сначала там проползала, я думала, что я настолько большая, что даже там не пролезу, вернее, не пройду. Ну, прошла. Прикольно. Ой. А вы не видели случайно красную дверь? Нет. Кажется, она очень жаль. В самом начале, вот там, где, собственно, Ева. Да, это кажется она. О, и Лана тут ползает просто. Лана, что ползаешь? А я ходить разучилась, я сильно маленькая. Ульян, я вот дверь тут тебе приползла, показываю. Ой, подождите. Ульяна, проходите, пожалуйста, прошу. Ой, спасибо, очень приятно, спасибо. Дайте я тоже посмотрю, не закрывайте. Лана, ты что так ползаешь медленно? Я ползаю, мне так нравится. У меня ножки устали. Я хочу попробовать на вкус ковер. Боже мой. Интересные желания. Какой, да, кошмар. Это... Слушайте, Ульян, пройдите, пожалуйста, вот эту комнату. Посмотрите, пожалуйста. А вам тоже так же видно мед наверху? Вот тут. Ну да. Я думала, что это остается от нас, когда ты нас убиваешь. Ну, этот медвежонок. Лана попалась. Нет, вы в него цепляетесь. Это как капкан.
тараканы, Ульян! Ой, мне понравилось наверху мед оставлять, классно. Ева, ты сама их расставляешь, они сами по себе? Да, это я, Понятно, ладно, хорошо. Ага. Ребята, я нашел какой-то дротик, и я не знаю, для чего он вообще. Это, надеюсь, не для меня? Кажется, я знаю, для Евы. Он на улице, если так, что. Так, не надо, Ёши, я иду за тобой. Да, ой, я тоже могу брать. А я уже не на улице, Ева, я уже не на улице. Но все равно я иду за тобой, так что готовься. Нет! No. О боже, я в мед наступил. Не надо, Ева, нет. Хе-хе-хе. Кстати, довольно интересный такой вид выходит, когда наступаете в мед. Ой, я не видела. Так, Ева, ты опять поставила его, да? Yeah. Не надо. Специально для тебя. Ева просто заботливая, она хочет всех покормить. Медом. Вы что, мед не любите? У меня на него аллергия, я же говорю... А, или не говорил. Ульян, а? По-моему, это вот сюда. А я все ищу, никак не могу понять, куда мне его, как бы, применить. Пристроить. Да. Смотри. О, а я думала, а белый должен быть. А у вас 40 секунд, ребят, остались. А что так мало? Что мало так? Нас заперли, почему решетку? Это что за дом такой? Да нет, Ева, отстань, Ева, отстань. Ёша, если что, я тебя обогнала и спиной била. О, блин. Я не хотела на самом деле. Так, мы что, лишились Ёши, что ли? Мы не сбежим, нам еще не хватает кучу всего открыть. 15 секунд осталось. Там вроде бы да, еще бирюзовый минимум, ключ. Лопаточки, которую я нес, вам не хватает. Да, и бирюзовый ключ. О, лопаточки. Так, я видела где-то дротик, надо, наверное, им что-то сделать, да, чтобы взять лопаточку или как? Не, лопаточка просто лежит. Кстати, сзади кого-то Ева... А, уже без разницы, уже все, уже игра кончена. О, я Ульяна обняла. Я забыла, что у нас время идет. Какой кошмар. Так, ну что, показывайте, где вы там нашли дротик, а то мне надо застрелить Лану. Это еще зачем? Не надо меня никуда стрелять. А зачем нужен дротик? А я, кстати, не знаю, Лана знает. О, какой кошмар, как же страшно, Лана, а ты что? А тут ключ нашла, ребят, тут ключ лежит, идите сюда. А, хорошо. Ребята, мне плохо, я полежу возле елки, пожалуйста. Слушайте, ребят, а Ева, ты помнишь, сколько у тебя было меда, когда ты начинала игру? 9 или 8. У меня 8, но мне почему-то казалось, что было 10. И он тратится. Воу. Ну, конечно, он тратится. Нет, нет, и в следующий раз ты начинаешь с меньшим количеством меда, а потом его придется покупать, что ли. Я не знаю, я не. Чего? Я же весь потратила, смысле? О, какой кошмар. А это сопровождаю Ульяну. Мне интересно, куда нужен этот ключ. А я без понятия, я иду просто вот. Понятно. На зов какой-нибудь. Не знаю. Я, кстати, еще ни разу не применяла этот ключ, а или применяла. Так, ой, дротик. Так, Ёша, рассказывай, куда его применять. Так я ж не знаю. Я вообще без понятия. Ну, ладно, хорошо. Подожди, ты смогла его взять? У меня не получилось его взять. Надо было туда залезть. Ну ладно, давай, Ульяна, стреляй. А как? Работает! Прям, мне кажется, промеж глаз, или нет? Нет, нет, я не могу ходить. Ульян, ты попала в меня. Ульян, иди не в ту сторону, там есть гаечный ключ. Вот иди вот туда в дверь, а потом направо. Спасибо. Пожалуйста, я пойду проверю, чтобы ты точно взяла. Так, в дверь, потом не, направо. Не, не настолько направо. Чем дальше. Ну, ладно. Вот тут в уголочке. Вот, смотри, вот там. А, хорошо. О, я знаю, куда его применять. Я, бери, пойдем. Ой, давай. Только, правда, надо найти правильный выход на улицу. Вот сюда прямо. Вы что, Ева, Кажется, вот кстати, прямо туда. Здесь. Да, вот сюда. Все правильно. Жалко, что тут никак в Тавре нельзя время купить. Да. Это да. О, а что это тут такое? Смотрите. Ой, Ёша, мне кажется, Господи, вы меня сейчас очень напугали. Я даже не знал, что это так работает. А я просто уже ждала. Ну это же та самая авария. Я просто не видел этой аварии, жуть. Кстати, что круто, когда здесь что-то открываешь, что этот предмет просто исчезает. О, берите. А, да, кстати. Да, это удобно. О, я зеленый, я схватила. Я знаю, куда его нужно. Это не зеленый. Не-не-не, спешу тебя разочаровать, это бирюзовый. Он был зеленым в темноте. Это он открывает этот сундук. Мне так было интересно, что там. О, я еще ни разу его не открывала. О, это кот. Это кот! И вы можете сбежать уже? Да нет. Или еще нет? Нет, вроде бы еще черный ключик нужен. А я уже открыл. А, да? А что в зеленом было сейфе? Я не помню, честно говоря. Я знаю, что мы можем сбежать и... О, давайте, Ёша, до свидания. Вот это ты молодец.
Ого, ладно. Пока-пока. Ладно, прости, пока. А, пока. Так, сейчас я должен найти путь домой. Слушайте, это уже звучит как история Пигги. Ну да. То есть что-то такое захватывающее и долгое. Мне прям интересно. О, слушайте, я не увидела этот финальный ролик, потому что меня просто отправили на мое место, где я начинала, но это было довольно интересно. Вы знаете, я под концовку вообще побежала к Лане, но она исчезла, и я не смогла ее обнять, поэтому обидно. А это потому, что я долго стояла на месте, и вот, собственно, меня телепортировали. Так, ребята, у нас тут, кажется, бот проснулся и... Ой-ой-ой. И буянит за мной ходит, слышь, отставь. А, сгинь, уходи. Все плохо. А я могу двери закрыть? Нет, двери закрыть я не могу. О, он ушел от меня, ушел. Бежит за мной. Нет, Ёж, он теперь за мной бежит. Да, потому что он ушел от меня, все верно. Ой, подарочек. Бери, бери, Ульян, бери подарок. Только мне дали бейдж. Да. Вау. Ой, я рада. Это секретный подарок. Ого. А он там еще будет? Я думаю, что обязательно будет, потому что вот у Ланы он был и у меня, и... У меня уже тоже был. А, ну вот. А, я одна такая осталась. Да. Уходим, уходим. Ева, осторожно, там Ветка. Сзади этот чувачок, который хочет тебя обнять. А, Ульяна! Он умный, оказывается. Он умеет открывать дверь. Я пытаюсь его увести на улицу. Мы будем с ним тут караот воду водить в песочнице. Ой, я вспомнила, где нужен желтый ключ. Внезапно. Да-да-да, почти в начале. А синий где нужен, скажете? О, синий — это обычная дверь вроде бы. А, вон там. Ой, это назад, Ева, назад. Бегу, я с тобой бегу, вижу. А, да? А, вот, в общем, там лопата, кажется, должна быть. Не, лопаты я уже открыл и взял белый ключ. Тут красный. Ой, розовенький. Отлично, год дальше. Слушайте, у нас хорошо. Хорошо получается. Да, здорово. Да. А у меня получается кругами бегать от медведей и орать. У меня такое лицо как раз очень кричащее. Ой, да, да. Только не медведь. Мне так нравится это выражение лица. Оно у всех, по-моему, такое. Ну да, но вас-то медведь не преследует. Ну да. Слушай, интересно, а будут ли скины... Не-не-не, лучше так, когда будут скины новые? На медведя есть хоть сейчас. Нет, вот вместо кигуруми. Не знаю, надо посмотреть. Так, а я просто бегаю за Евой и такой, типа, ну, когда же уже белый ключ понадобится? А у меня только зеленый. А я уже нашла код. Ого. А я зачем? Черный ключ, подожди, Ульян, а у меня черный ключ, а куда Стоп, его? Стоп, а как вот, это? А вот, ну все, это выходной. А, так все, мы уходим, ладно, давай к нам. Черный для выхода. Да, черный для выхода. Все, я бегу, только медведь тоже. Я тоже думала, так, что белый должен быть. Вы все а белый готовы? Просто подарок для меня. Почему я не могу уйти с подарком? Я хочу унести что-то. Медведь ушел. А смотрите, стойте, у него своя ушел. Атмосфера, смотрите, он такой он типа, ушел. Ой, да знаете, я, честно говоря, у меня дома там сейчас эта жена с моим маленьким моим этим медвежонком. Я тут бегаю за какими-то детьми, ну разве это моя... Смотрите, он ушел. Реально. Разве это моя работа? Я обязан это делать, может быть? Нет, я не должен, и просто ушел по делам. Он, может, тоже хочет подарок взять, как Ева. Может, он обиделся, слушайте, мне даже как-то... А, нет, он не Дайте обиделся. Я его обниму, ребят, или, нет, или не Ёж, стоит. Не обнимай Ладно, его, не надо, уходим. Пойдем, пойдем. Вадик, Ева, уходим. Ёж, это белая дверь. Да стойте. Белая дверь? Там белая дверь. Нам надо еще раз пройти, там белая дверь. И, господи, я убегу сегодня. А я открывал эту белую дверь, там ничего интересного вроде бы. Ну как так? Ключ-то остался. Там, по-моему, там дротик, слушай. Ну да, в принципе, может быть. Логично. Слушайте, ребят, ну, мне очень понравилось. Я думаю, что эта история будет продолжаться, потому что я бы с удовольствием еще в это поиграла. О, господи, зачем? Ну, не знаю, это забавно. Конечно, немножко страшно, но очень прикольно, так необычно. Слушайте, да, ну, я надеюсь, что история продолжится, потому что, ну, прикольно. Это, знаете, как вот у свинины был сюжет, и здесь тоже, типа, будет сюжет определенный. Было бы здорово, если он будет интересный. И плюс ко всему, здесь прикольная физика игры. То есть ты, типа, не должен постоянно нажимать, не знаю, ключ доставать и прочее. Ты спокойно идешь с одним предметом, и когда ты его используешь, он исчезает. По-моему, классно. Да. Ну, да. Да, это на самом деле здорово, но есть такой вот небольшой минус. Обычно такие игры не продолжают. Вспомните Паука? Ой, не напоминай. Все, я не напоминаю. Ну ладно, ну классная же игра была, ну здоровская. Именно. Ну да, посмотрим, как будет продолжаться история. А на этом все. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик. И всем пока. 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 Пока.